На проспекте Дзержинского на ходу загорелся троллейбус. Огонь вспыхнул в кабине водителя. В этот момент в салоне находилось 50 пассажиров. Их в спешном порядке эвакуировали из салона. Никто не пострадал. Экипаж пытался погасить пламя самостоятельно при помощи огнетушителя, но безуспешно. Огонь сбила лишь бригада пожарных. Троллейбус 94-го года выпуска. По-хорошему, такие уже можно списывать, но по словам директора горэлектротранспорта, ветерана отремонтируют, и в ближайшее время он вновь выйдет в рейс. Покупки новых машин в этом году не планируется, и каждая сейчас наперечет. Для выяснения причин возгорания организована комиссия. Проверка продлится неделю. Пока сотрудники горэлектротранспорта исключают версию пассажиров о том, что причиной пожара могла стать сигарета в руках водителя троллейбуса. Предварительно мы можем сказать, что было, наверное, короткое замыкание. Особенности его сейчас мы стараемся понять. Обязательно ревизии будут подвергнуты весь подвижной состав, будут проверяться. Когда мы определим причину, особенно уделим внимание тому моменту, из-за которого произошло это все.